поворот, и попытаться Лапенко отправил Терещенко в чужую зону, а там вечно неуступчивый и жесткий Михаил Пашнин, так что, как следствие, атака «Динамо» прервалась. Проблемы с показателем полезности в игре против Слована, потому что сегодня, наверное... Ух ты! Вот так встретили Константина Романова. А вот и Слован против Романова. Яс попадает на силовой прием Бодрова. Ши встречают жестче и быстрее просто разбирают своих. Ох, какой момент там! Ничего себе! Ничего себе! Силовой какой поймал на себя рижанин. Силовой прием применяет сейчас против Тома Вандера Вадим Хамицкий. Вновь. Хочу обратить внимание на то, что 4 шайбы торпедовцы пропустили, когда играли. По площадке. Ну хорошо, там отработали какие-то, видите, Шитиков отдал, открылся Шитиков, и какой зуботрапительный силовой прием! Очень своевременный подкат Пашнина, вовремя, где нужно. И вот он, силовой прием Пашнина, посмотрите, ух-ха!